every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина мясником. Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Байдена. Он заявил, что новые оскорбления от Байдена в адрес Путина еще больше сужают окно возможностей для налаживания отношений России и США. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.